Поступок года – это поступок не одного человека, а всех жителей Латвии. Всей страной спасали жизнь маленького мальчика. Собирали деньги на лечение 9-летнего Дависа в американской клинике, когда государство отказалось ему помогать. За считанные дни латвийцы пожертвовали почти 250 тысяч евро. В итоге и министры нашли еще 100 тысяч. Ведь могут, когда хотят. Стоит вспомнить эту историю. Еще в мае мальчик Давис жил обычной жизнью. Учился в школе, играл в шахматы, нянчил 3-летнюю сестричку. Беда пришла неожиданно. У Дависа обнаружили тяжелую патологию, а причина заболевания неизвестна. Жизнь Дависа была на волоске. В Латвии ему уже никто не мог помочь. Возможности нашей медицины были исчерпаны. Принять ребенка согласилась только детская клиника Филадельфии. На лечение требовалась огромная сумма. Национальная служба здоровья сказала «нет». Нет, потому что больница не в Евросоюзе. И точка. Но латвийцы с таким решением не согласились. Начался сбор средств. И деньги нашли. Руководитель Национальной службы здоровья Марис Таубе подал в отставку. А мальчик уже лечится в Америке. К слову, случай Дависа оказался тяжелым и для американских врачей. Они признались, что он первый такого рода в их практике.